думаете, что для вас главное сейчас утвердиться в жизни и стать крепкой финансово, квартира, машина, все равно 80% разводов, как ни крути, на семью опереться невозможно. Можно опереться только на саму себя. Вторая ошибка, которая разрушает жизнь. Женщина не знает свои силы. И это объясняет, что любая женщина должна валить на повал любого мужчину. Именно поэтому в древней культуре женщины, обладая большой духовной силой, закрывали лица свои. Но чтобы никому не мучить, чтобы давать возможность людям нормально жить. Потому что у женщины, от женщины такая сила должна исходить по идее, что шансов нет никаких не выйти замуж. Очередь должна выстраиваться по отношению к ней. А если очередь не выстраивается, то есть только одна причина. Она ведет неправильную жизнь. Все, нет другой причины. Поэтому идея, что я типа одна тут останусь и все прочее, мне надо устраиваться на работу. Чем больше вы вкладываете в учебу и в работу женщины, тем меньше у вас остается сил на семью и на личную жизнь. Все, закон стопроцентный. Теперь вы скажете, все равно мне надо работать, иначе я просто с голоду помру. Факт. Большинство женщин уже в цейкнот вошли. Они не могут сейчас сразу все бросить, им надо потихоньку из этого цейкнота выходить. Но надо понять, что не надо стремиться к кандидатской диссертации, к повышению должности и к увеличению образования. Женщина должна остановиться в этих вопросах, потому что она стареет. У мужчины, как чем он становится взрослее и серьезнее, больше шансов жениться, потому что всем нужны серьезные мужчины. –